Блин, где хоть реально мои плавки, а? Я поеду. Езжай. Я... Делать дома нечего, да? Жена мусор вынесет, продукты купит. Ну, хочу покупаться и хочу позагорать. Катюш, я поеду, правда. Где мои плавки? Дай мне плавки и полотенце. Да я чтобы дома в такой жаре сидеть, я хочу загорать, хочу купаться. Я даже не... Мы поедем с Олегом, там, и с его братом. Езжай, я одна справлюсь с его. Но не бойся, они такие ребята, что там мы не будем никаких, там ни девки, ничего такого нету, и будет все нормально. Езжай. Ну пойдем плавки, да. Я не могу плавки найти, плавки, полотенце какой-нибудь. Я покупаюсь, а ты вот пока... Закушать приготовишь там, да. Это... Катюша, я тебе приведу хороших воспоминаний и фотографий оттуда. Ну, правда. Да можно? А, Катюш. Катюш. Кать. А, можно? Я справлюсь одна, как всегда, Егор. Я справлюсь одна. Ну, то бишь, ты не против, что я поехал? Я иду из магазина, меня мужики смотрят, как думают, как у тебя не удавилось, пакет не снял. А мужик спит на бочку. Да? Ничего, выходные, я слишком много уморяюсь, поэтому надо пора поспать. Ты, по сути, что купил? Чем задавилась-то? Вот, и все, этим задавилась. И конфетами этим задавилась. Чем ты задавилась-то, Катюш? Ничем. Ну, три баклажки, еще плюс воды. И что там еще? Молока. В принципе, все остальное все легкое. Овощи, это все легкое. Творог, он легкий. Катюш, правда, пойдем, дашь мне плавки и полотенце, я поеду, прошу времени. Я не могу найти их. Где ложь там и... Катюш. Раскидывай, как диван. А я не знаю, рассчитываю, или какие. Не пойму, что рассчитываешь. Катюш, ты понимаешь, но я хочу очень сильно отдохнуть, Катюш. Я хочу искупаться, позагорать. Я хочу коллектива. Катюш. Куда тебе понес? Кто, леший? Леший, да. Катенька моя. Ну, Катенька, ну отпусти, отпустишь, Катерина. Нет. Я тебя буду звать даже не Катюха впредь, а Екатерина. Может, ты со мной просто займешься делами, а? Нет, дома жарко, я не буду делами заниматься. А на улице холодно, да? Мороз. Ну, я под той плавочки одену. Натрусь кремом там, возможно. Тут тоже натрись кремом плавки найти. И будет такая же погода. Катерина, короче, ладно, я пошел искать плавки, и я уезжаю.